Всем привет! Находимся в новой местности. Покажу красоту балка, ставочек рядом. Дамба. По ней мы приехали. Вон оттуда. Вот ставочек. Вот такой вот. Камыш на дамбе растет. Похоже на карьерный, тут скала. Ну, не карьерный, конечно, просто здесь скала. Здесь так вот лесок красивый. Шиповник, красавец. Я себе нарвал, может, еще нарву. Украинский шипшина называется, правильно. Так, вид такой. Вот там еще шиповничек растет. Взял одного помощника, оставил тех на базе. Оказалось, надо было брать сюда. Ну, ничего страшного. Одну нагрузим, пока ходку рабочий грузит. Я ему распилял. Вот так здесь. Говорят, платный ставок. Есть рыба, не знаю. Люди отдыхали здесь. Он острик. Подходы хорошие, конечно. Красавчик. Я тоже вокруг не нарвал. Там хороший. Теперь чаек можно будет с него делать. Вот тут вот полежник. Она, видно, подгорела, попадала. Валяются ветки. А будет убирать потом это все. Мы как раз приехали. Какой-то колхозник на москвичонке с прицепом на порвать приехал. Увидел. Я еще бух-бух. Вверх развернулся и текать. Пацаны посмеялись, говорят, решил машину нам подарить с прицепом сразу. Это мы, я не сказал тебе, аж за Юрьевкой находимся. 50 километров почти по трассе в сторону Запорожья, Токмака. Раньше было больше воды. Здесь, ну, с дождями не очень. Европу он заливает. Видели, что во Франции творится. Здесь ставок совсем маленький,
Так, хорошо, друзья, всем пока. Кто-то мне звонит.